Если же вы все-таки задумались о покупке нового автомобиля, обязательно посмотрите рубрику «Тест-драйв». В честь своего десятилетия автосалон «Вояж» дарит подарки. Весь октябрь при покупке автомобиля в автосалоне «Вояж» вас ждут приятные и полезные сюрпризы. Все подробности узнавайте у менеджеров автосалона. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир. Я являюсь представителем «Лифан Моторс» в городе Орске. Мы являемся официальными дилерами. Мы – это автосалон «Вояж». Сегодня я хотел бы вам рассказать об автомобиле «Лифан Мурман». Это автомобиль новый, новинка на российском рынке, премьера. Это автомобиль бизнес-класса, то есть D+, с большими габаритами, с большими размерами, как внешне, так и внутри. Длина этого автомобиля составляет 4 метра 86,5 сантиметров. Ширина 1 метр 89 сантиметров и высота 1 метр 43 сантиметра. Это автомобиль с передним приводом, с механической коробкой переключения передач, 5-скоростной, двигатель объемом 1,8 литра, 128 лошадиных сил и 166 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость данного автомобиля – это 179 км в час. До сотни он разгоняется за 12,8 секунд. У него 16-й размер колес. Ну, для наших дорог, для наших условий – это самый подходящий вариант. Передняя подвеска независимая Макферсон, задняя полузависимая. Ну, давайте попробуем автомобиль вживую, проедемся, попробуем, как он себя ведет. Автомобиль перед нами, вперед! Данный автомобиль оборудован системой бесключевого доступа и бесключевого запуска. Вот, демонстрирую, да, сели, выжали педаль сцепления, нажали на кнопку, и автомобиль запустился. То есть не нужно никаких поворотов ключа, никаких лишних движений, то есть это просто, это удобно. Ну, включаем ближний свет и едем. Автомобиль оборудован системой гидравлического усиления руля, то есть ГУР здесь стоит. Это большой плюс. То есть это удобно, это просто. Руль крутится, вертится, ну вот буквально двумя пальцами, да? Данный автомобиль в комплектации Elegance. На данный момент это максимальная комплектация для этого автомобиля. То есть, что здесь есть? Здесь есть мультимедиа-система с поддержкой MP3, CD, USB, AUX, климатическая установка, то есть климат однозонный, простой, но тем не менее это климат, это не кондиционер. Гидравлический усилитель руля, датчики давления в шинах, то есть это удобно, это здорово, если у вас где-то спустит колесо или пробьет колесо, вы всегда это увидите, даже в пути, это ваша безопасность. Благодаря своей колесной базе автомобиль очень плавно, очень аккуратно проходит все неровности, все кочки. Ну, мы буквально вот плывем. Это как корабль такой. То есть нет тряски, нет кренов, завихрений. То есть просто уверенно едем. Автомобиль оборудован системой Aero-GLONASS, то есть если в дороге с вами произойдут какие-то неприятности, вы сломались или попали в ДТП, то вы всегда с легкостью нажмете кнопку, и службы приедут и вас поддержат, спасут вас. Здесь вот вы видите подогрев сидений. Подогрев сидений двухуровневый, то есть вот такое положение и вот такое положение. Ну, соответственно, вот так выключается. Все кнопки легко нажимаются. Легко работают, никаких задержек, никаких резков. Ну, я думаю, как вы успели заметить, в автомобиле сейчас 4 человека. Очень много места, очень тут большой подлокотник для меня. Здесь я руку могу свободно разместить, и также пассажир передний, также локоть свой положит. И никто не будет стучаться там ими, биться. То есть очень много места в машине. Поехали на дальнее расстояние, поехали с семьей на море. То есть лучше автомобиля нет.
городской автомобиль, может быть, кого-то смущают его габариты, его там длина. Ничего не бойтесь, вот я еду спокойно, то есть соблюдая дистанцию. И никаких переживаний по поводу габаритов нет. Хорошие зеркала объемные. Если где-то вам нужно парковаться, стоит парктроник, который вам всегда просигнализирует, что осталось расстояние до препятствия. Все легко переключается. Классная шумоизоляция в машине. Глухо в ней. Никаких посторонних шумов, скрипов. Отрабатывает все на 5 с плюсом. Также хотелось бы озвучить такой момент, как гарантия автомобиля. Это в современной жизни немаловажно, это очень серьезная вещь. Гарантия на данный автомобиль 5 лет или 150 тысяч пробега. Повторюсь, автосалон «Вояж» является официальным дилером марки «Лифан» в городе Орске и единственным. И именно мы предоставляем гарантию и вообще все послегарантийное обслуживание. Установку доп. Оборудования, любых элементов, любых вещей. Все делаем, все сертифицировано, все законно, все официально. Вот такая динамика автомобиля. Вот так он набирает скорость. Лифан Мурман – это самый доступный автомобиль в своем классе, так как его стоимость составляет 949 тысяч рублей. Автомобиль вы можете приобрести в автосалоне «Вояж», который находится в городе Орске по адресу Новотроицкое шоссе 62А. Хотелось бы сказать о том, что при покупке автомобиля марки «Лифан» до 31 декабря 2017 года вы получите зимнюю резину марки «Пирелли» в подарок.